Не ожидал такого уровня работ, такого качества, такого подхода. И я думаю, что нынешнее время позволяет заниматься фотографией чуть ли не с самого рождения, когда родители там лет 5, лет 7 покупают первый гаджет с фотокамерой. И вы также должны учиться везде, всегда, повсюду, все пробовать, все трогать, изучать, и тогда будет все здорово. Вот и подошел к концу 9-й ежегодный фотоконкурс «Сельтечь фото». С каждым годом фотоконкурс становится все более популярным в университете и набирает обороты среди студентов, аспирантов и сотрудников университета. В этом году в нашем фотоконкурсе поучаствовало более 100 человек. Мы приглашаем вас участвовать в следующем 10-м юбилейном фотоконкурсе «Сельтечь фото». Следите за информацией в социальных сетях. Мы ждем вашей работы в следующем году.